неудобно, потому что ты не умеешь, понимаешь? Не можешь делать, собирай, сиди домой. Тебе здесь делать нечего. Для того, чтобы что-то научиться, одну эту работу нужно сушить, мочить, сушить, мочить, сушить, мочить. Вы сделали одну раз говно, сели и сидите. Ужас, как ее работать можно? Да, видишь, там она подкручивается, наверное, ну, наверное, сильнее или а вот так сам ход, наверное, момент. Ну да, а, жестче. Да, 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 вот. Ну да, видишь, винтик. Спасибо. Да, нам круто повезло в наш век. Ну что? Пятый день, сейчас доделаем домашнее задание, чуть позже будет очень-очень все сложно, потому что сегодня площадка, построение плоскостей. Ну и я напоминаю о том, что ребята борются не только за знания и за качественную работу, но и борются еще за главный приз от нашего спонсора, магазин Urban, город Сочи. Это официальный дилер компании Вол. Ну и давайте их поддержим, напишите в комментариях, за кого вы больше болеете. Да, я забыл самое интересное, то что сегодня вы увидите экзамен, насколько ребята научились делать тушенку за 4 дня. Так вот, я тебе еще раз объяснил. Вот почему мы стрижем стоя отсюда? Челка у нас, как правило, здесь минимальный объем идет, а здесь максимальный. Неудобно, потому что ты не умеешь, понимаешь? Да. Вот так я когда поставлю отсюда, я хочу объем задать бешеный у челки. Я спокойно его задаю, этот объем. Отсюда что ты делаешь? Ты делаешь вот тут объем, а тут не будет. Да. Мне очень любопытно, появятся ли у нас новые лидеры, потому что мы переходим совершенно в другую длину, мы переходим на короткую длину, и реально, будет ли у нас новый лидер. Вот, и ну, таким образом получил результат. У меня тоже пальцы не ходят, они все толще. Здесь самое важное, это вот это движение, когда ты ставил и куда вытаскиваешь, где фиксировать. То есть самое главное вот это. Для того, чтобы что-то научиться, одну эту работу нужно сушить, мочить, сушить, мочить, сушить, мочить. Вы сделали одну раз говно, сели и сидите. Сидеть и я делаю вроде так же, а что-то не получается. А вы думаете, у меня сразу это получалось? Вот я сегодня об этом думала. Вы просто представить не можете, сколько времени мы проводили за тренировками. Даже реально не можете представить себе. Мы даже задержимся с вами специально для того, чтобы не отметить галочки по всем программам. Все, мы все работы сделали с вами. Фух, я спокойной совестью ушел, я все, что должен был, я вам показал. А мы с вами задержимся только для того, чтобы вы это поняли. Все видят, знают, понимают, умеют на словах. Но когда мы речь заходим за практику и говорим, возьмите и сделайте, у нас сразу все. Вот это меня бесит. Давайте с вами не будем такими же. Что толку от того, что вы увидели, что я, допустим, подстриг, вот как-то хорошо уложил это все, и вы поняли, что он красиво как сделал. Теперь я знаю, как это делать. Не умею, но знаю. Какой понт от этого? Вы выйдете отсюда и скажете, я училась у него. А что с этого? Покажите тогда, что вы умеете, раз вы его учились. Если в день хотя бы уделять час на то, чтобы работать над собой, то будет результат. Это называется система.
давайте дадим им 5 минут, пусть она даст. Ну, вот семейная зона, у нее выигрывает на автоматике. Давайте, потому что подстрижки она выполнена неплохо, как бы, ну вот пена это давай, иди. Вот тебе пен, держи. Так, давайте в итоге. Макан у нас выходит вперед. Дальше у нас Оксана, да, выходит вперед. Ребята, какая вам больше нравится работа? Тут свет, я не знаю, нормально будет падать? Не будет темно? Нормально, попробуйте падать. Какая работа больше нравится кому? Кого можно было бы продлить жизнь? И вот так. Это у нас Екатерина, а это у нас Марина. Напишите, кого бы из них вы хотели видеть впереди. Напишите в комментариях, а мы посмотрим. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, уже, собственно, можно даже Вагана не спрашивать. Да. Получается, у нас первое место Ваган, второе место Марина, третье почетное место Оксана. Пойдем писать. Ваган, десятка, пятая работа. Марина. Для потомков сохранить. Девятка, пятая. И Оксана, восьмерка, пятая работа. Сегодня у нас будет еще домашнее задание. Как же они у нас за 5 дней научились стричь тушевку? Друзья, мы говорим немножечко шепотом, потому что это будет для ребят сюрпризом. Сейчас судьями будем выступать не мы, не они. Судьями будете выступать вы. Напишите в комментариях, кому вы отдадите первое место за их домашнее задание. В течение 4 дней кто-то из них выполнял его добросовестно, кто-то не очень. Сейчас вы увидите результат их работы. Поставьте десятку за первое место и напишите имя, кому вы отдаете это первое место. Также девятку за второе место и восьмерку за третье место. Ну что, наш первый день начинался с того, что мы познакомились с ребятами и посмотрели, кто из них как работает в технике тушевки ножницами над расческой. И сегодня уже у нас пятый день. Давайте посмотрим, кто что научился за 5 дней. Поехали! Домашнее задание! Так. Меня зовут Оксана, Бишкек, стаж работаем 4 года. А мне самому бешено любопытно посмотреть сейчас вот это в сравнении первый день монитора и вот это 5 дней. Я тебя люблю. Меня зовут Марина. Я очень сильно спешу, поэтому это моя новая планка. Ножницы сразу, безопасность. Ну, год. 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 Ну, давай. Год, стаж работы. Так, я из города Нижневартовск, это Ханты-Мансийский автономный округ. И снова здравствуйте. И снова. Меня зовут Кирилл. Вот, стаж у меня около 8 лет. Уже 10 лет. У меня здесь день работы. Окей. Росси де Пальма. Уху! Ставропольский край, город Нефтекамск, стаж работы 10 лет. Анисат. Анисат. И она так не нравится сразу с акцентом, да. Город. Техническое задание то же самое. А будешь говорить? Буду. Давай, поехали. Раз так. Вздрогнули. Ага. Ассаламу алейкум. Валик. Ваган. Стаж работы, как выяснилось. Как выяснилось? Только что, да, лет под 25. Меня зовут Екатерина, я из города Ростова-на-Дону. Стаж работы 8 лет, я женский мастер, хочу быть универсалом. И привезла нам солнышко сегодня. Oh.
У меня стрижка стоит 1000 рублей, я со Ставрополя. Месяц. Учитесь, народ. Да, не то, что там 10 лет работаете с 30 рублей. Молодежь амбициозная. Стаж работы. Месяц, давай покажи, что научились. Завтра шестой день!